как поезда уносят вдаль прошлого воспоминания. Школьный двор, тут детство мое прошло. Ты впустил меня в свои ворота знания. Первый друг и первая любовь. Эти фрагменты школьного кино за стенами. И буду вспоминать весь этот путь. Уроки жизни с большими переменами. Последний звонок, ты снова рыдаешь, ты снова провожаешь во взрослую жизнь и за собой оставишь память. Школа, мне тебя не забыть. Последний звонок, ты снова рыдаешь, ты снова провожаешь во взрослую жизнь и за собой оставишь память. Школа, мне тебя не забыть. И прозвенел уже звонок последний, и счастье, грусть и слезы на глазах, оставив в памяти моменты. Вместе пронесем мы их через года. Жизни, прощай, школа. Ну что, друзья, вы готовы? Всем привет, привет, привет! Всем привет, с вами я, Ксения Левчик. И сегодня, наконец-то, долгожданный стрим. Так, как я выгляжу, вроде все хорошо. Сейчас напишите, пожалуйста, в чат плюсики, хорошо ли меня видно, хорошо ли меня слышно. Я уже так давно не вела стрим, что уже, честно, забыла, что это такое. Я надеюсь, что сегодня все не пойдет по одному месту, вот. Так что, так, жду ваши плюсики. Всем привет-привет! Да, это стрим в честь моего дня рождения, который был вчера. Мне исполнилось 16 лет. Боже, боже, какая я уже старушка. Так, вижу, все хорошо, все супер. Это очень-очень круто. Так, ну что, друзья, я вам немножечко сейчас расскажу, что мы будем делать. В принципе, ничего не изменилось. Это просто такой немного праздничный стрим, так как мне вчера стало на годик больше. Спасибо большое всем за поздравления. Вижу, вот в чате поздравляют. И очень много было поздравлений в Инсте, во всех соцсетях. Спасибо большое, очень приятно. Так, вот, да, вижу, все поздравляют, спасибо, ребят. Так, ну что, я вижу нас все больше и больше, и хочу вам напомнить, что вы можете поддержать меня, отправив донат по ссылочке в описании, либо же для удобства мы нашли вот такой QR-код, который вы можете отсканировать и отправить донат, вас сразу перекинет на сайт, на котором вы можете отправить не донатик. Также вот есть вот такие вот
вот такой прайс. Все то же самое, ничего не изменилось. Сигна, звонок, заказ песни. Заказать песню вы можете только ту, которая в списке в описании. Вот. Так, что еще не напомнила? Ну и в принципе, мы с вами будем сегодня много общаться, будем петь, будем играть, конечно же, в наши игры. Так, ну и в принципе все. Я думаю, можете уже задавать какие-нибудь вопросики, давайте с вами поболтаем. Сегодня я сделаю небольшой анпэкинг своих подарков. Вообще я не праздную свой день рождения в этом году, поэтому подарков не так много, как обычно, но их все равно много, на удивление. Вот, да. Так что сегодня мы посмотрим мои подарочки, распакуем их вместе. И еще, кстати, сегодня приехал нежданный подарок, тоже мы его сегодня посмотрим. Так повзрослела, спасибо большое. Да, давно мы не были, давно я тут не останавливалась, потому что сейчас очень много было концертов и школьных, и к последнему звонку, и всякие разные концерты с оркестром. В общем, много всего было интересного. И сейчас, наконец-то, начинается лето. Кстати, всех поздравляю с началом лета, но у меня еще практика в школе, и это, конечно, боль, потому что завтра вставать в 6:30 утра. Вот, ну ладно, сейчас еще потерпим пару дней, и все будет супер. И начнется настоящее лето. Ты очень красивая, спасибо большое. Ты куда пропала? Я же говорю, сейчас было очень много всяких мероприятий. Вот, поэтому да, давно, давно я тут не была. Но наконец-то мы с вами встретились. С днем рождения, спасибо большое. Ты просто супер, спасибо. Так, ну что, давайте задавайте какие-нибудь вопросики. Что себе подарили? Ну, смотрите, мы попозже чуть-чуть распакуем подарки. Так. Что дальше будешь делать после школы? Где будешь учиться и на кого? Ну, вообще, после школы я планирую поступать в университет культуры, если ничего не изменится. Все связано с музыкой, вокал. Вот. В принципе, в другом направлении я себя пока что не вижу. Ксю, покажи сердце для скрина. Давай, давайте, давайте. Да, это для моих любимых фанов, фан-аккаунтов. Сколько лет? Уже 16, я в шоке, боже, я говорю, что мне 16 лет. Сколько у тебя времени? У нас сейчас 19:42. Что на ОГЭ сдаешь? Как готовишься? Ну, мне еще целый год, в принципе, отдыхать, но мне надо будет сдавать историю Белоруссии и русский язык. Ну и творческий экзамен, получается. Можно привет? Алилу, тебе привет. Сколько лет занимаешься вокалом? 8. Это ты пела тогда пару секунд назад? Да, это, кстати, да. Кто еще не послушал мою новую песню, которая называется «Последний звонок», которая приурочена, в принципе, последнему звонку и всем выпускникам, обязательно послушайте, она доступна на всех цифровых площадках. Вот, обязательно послушайте и посмотрите видосик, клип на канале. Я тебя давно смотрю, ты супер, спасибо. А в каком-то классе, получается, разве не в 9-м сдают ОГЭ? 9-й я уже закончила, я уже сдавала экзамены в школе. Вот, сдавала я математику, русский и белорусский. Вот, а сейчас же все уже сдают и историю, и математику, и русский, и белорусский. И по русскому и белорусскому не диктант, а изложение. Ну, в общем, это жестко. Это реально жестко. Сожалею вам, ребятки. Го играть. Да, мы будем сегодня играть, конечно же. Что-то будешь петь? Ну давайте, что вы хотите? Что вы хотите, чтобы я спела? Честно, я не знаю уже, что для вас петь, потому что сейчас вообще никаких песен в последнее время нету. Ну, будем сейчас что-нибудь допеть. Так. Сейчас, секундочку. Обновлю страничку. Она в 11-й перешла. Да, перехожу в 11-й. Ты, получается, из Беларуси? Да, из Беларуси. Спой песню «Чутигин». Чего? Привет, с днем рождения, спасибо. Песня «Между нами провода», да-да-да. Такая старая песня, давайте что-нибудь из новенького, я не знаю.
Хотя что из новенького? Вообще ничего нет. Какую хочешь? Я не знаю. Это сложно. На какой улице живешь? Секрет. Все это вам расскажи. У моей бабушки тоже сегодня ДР. Поздравляю. Передавай мои поздравления, Гульнара Алиева. Так, ну что спеть? Что вам спеть, ребят? Честно, я не знаю. Давайте. Ваша очередь сейчас думать. Спой песню «Слезы». Давайте что-нибудь повеселее. На каких языках ты поешь? Я вообще пою чаще всего на русском и на английском. Но еще иногда могу на белорусском различные песенки. Ну, вот особенно в коллективе мы часто поем на белорусском. Вот на французском, да. У нас есть одна песня, тоже поем. На итальянском. А так, в принципе, ну да, все, наверное. Почему ты не в школьной одежде? А почему я должна быть в школьной одежде? Я сегодня на таком летнем нарядном стильке. Так, первый донатик. Смотрим. Кто его нам прислал? Сейчас обновим страничку. О, Виталий Манко, спасибо большое. Классный лук в новом клипе. А где нашли такую школьную форму? В таких же уже давно не ходят. Да, мы, естественно, взяли это на прокат, потому что очень сложно найти такое в магазинах. Да, в принципе, нереально. Нигде не продаются сейчас, ну, такие виды форм школьных. Вот, поэтому мы взяли на прокат. А вообще, да, в таких уже давно не ходят, но... Я знаю, что в России вроде на последний звонок, ну, я видела в ТикТоке, все надевают вот эту форму. Значит, ее все еще носят. Это у нас вот в Беларуси, у нас, ну, нет такой формы, в принципе. Хотя раньше, наверное, было. Ну, честно, я не знаю. Ну, типа, конец школы. Ой, где я потеряла? Ну, типа, конец школы. А, в честь такого можно. Ну, уже все, закончилась школа. Наконец-то. Кстати, как вы закончили четверть, ребятки? Давайте. Как закончили четверть, как год? У меня средний балл 8,5. Вот так вот. А у вас как? У меня жесткий завал с историей. Спасибо большое, мои любимые. Светлане Леонидовне. Да, обожаю нашу историцу. Сколько тебе лет? Уже 16. На пятерке. О, на пятерке. Ну, я поняла, что по пятибалльной системе. Да, это очень круто, молодец. Проучился 12 классов? Где-то существует 12 классов? Что? Ладно, завтра экзамен. О, тогда удачи. Покинула чат. Ну, можно сказать, покинула чат, как вариант, да. Куда хочешь поступить? Я уже говорила, в университет культуры, повторюсь. С днюхой, спасибо большое. Какой класс ты закончила? 10-й. В Европе во многих странах 12 классов. А, да, я не знала. Интересненько. У меня все пятерки, но 4 по-русскому. Ну, бывает. Обидно, конечно. Ну, все пятерки — это уже хорошо. Очень хорошо даже. Так, ну что мы споем? Давайте покинула чат. Вот там предложили. Покинула чат. Сейчас мы найдем минусовочку. Чат. У нас столько концертов сейчас было, просто вот каждодневные репетиции, каждодневные концерты, какие-то прогоны, что, ребятки, мои связки просто не выдерживают, поэтому если я буду чуть-чуть хрипеть, не судите строго. Так, а мы возьмем, наверное, с интернета минус, потому что тут только гитарный, а он совсем не качает.
кинул, а чат-чат, чат-чат. Так. Сейчас послушаем что-то. На-на-на-на-на. Да, вроде нормально. Ну что, тогда поехали. Сейчас. Сейчас. Так, поем покинула чат. Погнали. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Твоя песенка спета, колонки молчат. Я сделала больно и покинула чат. Вокруг тебя много нормальных девчат, но лишь я сделала больно и покинула чат, 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 чат. Покинула чат, 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 чат. Заливаешь боль, боль на своих тусовках. По мне скучаешь, а я не особо. Просишься назад, но я же знаю, кто ты. Больше не пришлю тебе запретные фото. Отпусти, не держи меня, не ищи меня, не люби меня. Разошлись наши линии, хоть и шиперят с твоим именем. Твоя песенка спета, колонки молчат. Я сделала больно и покинула чат. Вокруг тебя много нормальных девчат, но лишь я сделала больно и покинула чат, 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 чат. Покинула чат, 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 чат. Я больше не ангел, что скучает дома. Ты в нашем секрет-чате научил меня плохом. Хочешь поговорить, но я нажимаю крестик. Вот теперь с друзьями эти грустные песни. Отпусти, не держи меня, не ищи меня, не люби меня. Разошлись наши линии, хоть и шиперят с твоим именем. Твоя песенка спета, колонки молчат. Я сделала больно и покинула чат. Вокруг тебя много нормальных девчат, но лишь я сделала больно и покинула чат, 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 чат. Покинула чат, 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 чат. Покинула чат, 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 чат. Чат-чат, чат-чат, покинула чат-чат, 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 покинула. Ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, ну что, было. И я слышала, что нам пришел донат. Поэтому мы его сейчас посмотрим. Так, просто никнейм в виде семи сердечек. Спасибо большое. С днем рождения. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, а мы с вами продолжаем. Красотка, спасибо. Давайте играть. Во что вы хотите поиграть? Я так понимаю, в наши... Как обычно, классические игры, типа еда, смайлики. Давай играть в еду, я же говорю. С днем рождения, спасибо, спасибо большое. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Та-ра-та-ра-та-рам. Так, еда, 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 цветы, ой, цветы, цвета. У меня тоже был день рождения 2 июня. Класс, поздравляю тебя с прошедшим. Спой, пожалуйста, Ану Асти, верю в тебя. Ой, честно, я не знаю эту песню, это, наверное, какая-то новая. Красивая девочка, спасибо. Смотрите, сейчас, в принципе, мы можем с вами распаковать мои подарки. Я уже, в принципе, часть показывала в сторис. А, или не показывала. Не показывала, поэтому никто не видел. Да, я выкладывала только близкие друзья, я забыла. Простите, пожалуйста. Так, ну мы можем сейчас распаковать. Вот,
и я вам покажу подарки, если хотите. Либо это сделаем попозже. Либо можем поиграть. Ну что, выбирайте, показываем подарки или играем. Приезжай ко мне в гости. Так, с днем рождения, спасибо. Спасибо всем за поздравления, всех очень-очень люблю. Так, ой. Куда я нажимала? Ой. Играем. Подарки. Играем. Но подарки, я так понимаю, больше. Да? Да. Ну окей, давайте распакуем. Смотрите, их тут не так много на самом деле. Сейчас я возьму. У меня тут все рядом, все под боком. Я подготовилась. Единственное, что тут, ну типа, все подарки в одном пакете. Вот. Так что я буду вам сейчас все показывать. Итак, мы начнем, знаете, с чего? Вот этот пакет, в принципе, большой. Вот с этого подарка и начнем. Так, это подарок от моей любимой Ангелиночки. Она вчера мне его подарила на концерте. Так, ну начнем. Смотрите, первое. Это вот такой маленький пакетик. Что же там? Итак, первое. Ой, извиняюсь, тут фантики моих конфеток. Вот такие вот сережки. Так. Жесткий расфокус. Можно, пожалуйста, сфокусироваться? Ну, вот я, думаю, видно, да? Да. Вот такие сережки розовенькие. Дальше еще одни сережки. Вот такие вот беленькие. Кстати, их можно было сегодня надеть. Но я сегодня вот в таких блестяшках маленьких. Вот. И еще одни сережки. Так, все, в этом пакетике больше ничего нет. Дальше. Вот такой вот набор. Ну, сфокусируйся, дорогой, пожалуйста. Вот такой набор с кремом, увлажняющий крем-бальзам для тела с бананом и шоколадом. И крем для рук с coconut and almond. С миндалем и кокосом. Вот такой вот миленький наборчик. Дальше еще один наборчик, кстати, от этого же бренда Bloom. Это такие бомбочки. Вот, обычные бомбочки в виде сердечек. Одна с белым шоколадом, а другая со жвачкой. Так, дальше. Кстати, дальше очень нужный подарок, реально. Мне кажется, я этому больше всего обрадовалась. Это, знаете что? Это самый нужный, самый полезный подарок. Это колготки. Да, это реально самый нужный подарок, особенно если ты выступаешь почти каждый день, колготки рвутся, и они постоянно нужны. Вот как раз у меня теперь две новых пары. Ура! Так, дальше. Дальше. Так, это получается, да, это все. Это был подарок от Ангелины. Далее смотрим подарок от Алины. Тоже вчера подарила на концерте. Итак, вот такой миленький пакетик. Здесь у нас были маршмеллоу, я их уже съела, простите. Дальше у нас тут такие две масочки. Вот такие вот масочки. Дальше вот такая матовая помада. Ну... Давай, фокус, дорогой. Ну, в общем, матовая помада. Кстати, вкусно пахнет, я уже нюхала. Вот такой вот прикольный оттенок. Ить. Вот. Я ее еще не тестила, потом попробуем. В сторис увидите, в общем. Так, и от Алины еще у нас коробочка Рафаэлок. Да. Очень вкусные мои любимые конфетки. Далее, мини-подарок, это шоколадка. Да, очень неожиданно было вчера. Мальчик, который с нами занимается в коллективе, он вел со мной концерт отчетный наш в первом отделении, вот, и он, хотя мы с ним особо не общаемся, он решил подарить мне шоколадку. Было очень-очень приятно. Так, далее подарок от бабушки. Бабушка мне подарила платье, оно, кстати, тут в пакете лежит. Вот, и вот такой вот. Хрустальный, настоящий хрусталь. Сейчас я отклею вот эти наклеечки. Хрустальный подсвечник. Да, сейчас я отклею. Вот такой вот, настоящий хрусталь. Вот, так, что у нас осталось еще? Что у нас осталось? А, в другом пакете. Далее подарок еще от одного моего друга хорошего. Это, я тут уже тоже открыла.
Вот такие вот желейки, целая упаковка. И тут маленькие упаковочки, их очень много. Ну, вот такие вот. Я думаю, вы все знаете. Вот, тролли. Тролли. Вот. Все, я думаю, знают, что я обожаю желейки, мармеладки. Так, сейчас я прочитаю донат. И еще один подарок. Тоже от Никиты. Это вот такая шоколадка. Милка с Орео, да, моя любимая. Вот, так. Тут платье. Ну и, в принципе, все. И еще один подарок, который сегодня ко мне приехал. Так, надо будет все тут сложить. Это был очень неожиданный подарок. И, кстати, этот человек сейчас на стриме. Это подарок от Виталия Манкуса. Это вот такой конвертик. Что же там? Ваши ставки. Вот ваши ставки. Что там может быть? Давайте, пишите в чат, я пока тут все приберу. Тут уже котейка пришел, сейчас все повалит мне. Вот ваши ставки. Что может быть в сертификате? Ой, в конверте, блин, я спалила. Ну ладно, давайте подумайте, сертификат вот. На что? Нет, не деньги. Я уже спалила, что это сертификат, но вот как вы думаете, куда? Ла-ла-ла-ла-ла. Без понятия. Ну давайте, ваши ставки, хотя бы предположения. Косметика? Нет. Не косметика. Путевка? Нет. Ну, кстати, это путевка. Ну ладно, это не путевка. Нет, не буду вас путать. Уже сладости у меня. Все, я уже потолстею. Вот. К лету. Вот, спасибо большое, мои дорогие друзья. Я вас очень люблю. Хотите меня увеличить в размерах, да? Так, сережки надо сложить. В спа, на море. Путевка? Нет. На маникюр? Нет. Ну ладно, вряд ли угадают, наверное. На ногти? Нет. На воздушный шар? Нет. А, в общем, давайте сейчас вместе откроем с вами. Блин, где пакетик? Где пакетик? А, вот он. А, я забыла еще показать один маленький подарочек. Вчера, короче, у нас есть... Ну, у нас же в коллективе дети разных возрастов. Вот, и занимаются маленькие детки. Вот, и вчера мне девочка маленькая, сколько... Сколько ей лет, наверное? 6. Вот, подарила вот такой вот брелочек вязаный. Вот такой авокадо, милая. Ну, почему она не фокусируется? О, вот. Ну, вот вы видите, очень мило. Да, тоже было очень неожиданно. Так, все, я почти все сложила сейчас. Сейчас. И мы распакуем с вами сертификат. Ну, я-то уже его видела, но я хочу показать вам. Так. Можем, кстати, достать одну пачечку, сейчас съедим ее. Так. Ну что? И сертификат. Вот этот замечательный конвертик. Я думаю, те, кто живут в Минске, они знают это замечательное место. И я, кстати, в нем уже тоже была. Кто подписан на мой инстаграм, вы можете сейчас его открыть и посмотреть мой пост. Такой весь розовый. В общем, ладно, все. Смотрите, первый сертификат, тут их два. Это сертификат... Ой, ну можно, пожалуйста, без засвета. Ну вот, в общем, сертификат на 50 белорусских рублей. Вот тут написано «Ксения Левчик». Мы приглашаем вас посетить кафе-кондитерскую. Вот, ждем вас по адресу проспект Мира. Кто не знает, это очень популярное кафе, особенно в ТикТоке. Я думаю, многие его видели. Я там тоже была. Очень-очень классно. Такое прям инстаграмное кафе. Там «My Lover Berry». Там, помимо различных десертов, вкусняшек, у них, ну, специализируется в основном на клубнике. У них это типа как фишка. Делается клубника в шоколаде, они ее и продают. И помимо того, что они ее продают, очень вкусную клубнику в шоколаде, всю такую красивую, такую миленькую, вот, они проводят мастер-классы. И помимо сертификата, чтобы просто вкусно покушать, Виталий Манкус подарил мне сертификат на мастер-класс. Делать клубнику своими руками. Клубнику в шоколаде, вы понимаете? Это очень-очень круто. Сертификат на двоих, кстати, вот.
действует 3 месяца. Так что, ребятки, ждите сторис, буду вам все снимать, показывать. Думаю, в скором времени схожу, конечно же, конечно же. Так что насыщенное у меня лето, ребятки, планируется. И покушать вкусно схожу, и на мастер-класс схожу. В общем, весело, весело. Так, все, складываем, чтобы ничего не потерять. Кстати, тут еще визитка и скидка 5% на композицию из клубники в шоколаде. Вот, тоже очень даже неплохо. Ну что, как вам, понравилось? Понравилась моя распаковка или нет? Интересно вам было? Как вам мои подарки вообще? Круто, поздравляем. Прикольно, прикольно. Да, это очень-очень классно. Так, нам приходил донат, давайте мы его прочтем. Ла-ла-ла-ла-ла. Виталий Манку, спасибо большое. Какой у тебя любимый запах? Любимый запах? В плане парфюм или в принципе? Вообще я, ну если в принципе, очень люблю запах булочек с корицей. Вы знаете, вот синнабон как пахнет. Вот синнабон, вот такой запах. Вот. Еще мне очень нравится запах метро. Я не знаю почему, но реально, вот там такой прям необычный запашок, и он очень так затягивает, притягивает. Вот еще мне нравится... Знаете, я какая-то токсикоманка, вот мне все говорят, что я дурочка, но мне нравится запах бензина. Вот знаете, заезжайте на заправку, и вот этот запах, он типа очень токсический, токсичный. Вот, но мне очень нравится, да. Вы сейчас подумаете, что я какая-то сумасшедшая, что я какая-то странная, но да, какая есть. Вот. Еще какой запах мне нравится? Надо подумать. Из таких необычных? Ну, запах краски. А, вот, запах мокрого асфальта. Запах после дождя. Вот это тоже очень кайфовый запах. Вот, а если говорить про запах... именно парфюм, то мне нравятся сладкие духи, вот, ну, там уже конкретно я не назову, просто сладкие, ну, разные, фруктовые, карамельные, ванильные, очень люблю. Вот у меня есть мист карамельный, есть духи ванильные, вот, ну, в общем, сладенькое, я по сладенькому, да, не зря сейчас сладкоежка, вот. Так, ну что? Сколько лет тебе сегодня исполняется? Мне вчера исполняется, да, уже исполнилось. Мне 16 лет, да, у меня вчера был день рождения, так что... Но поздравления я все равно принимаю, так что поздравляйте, ребятки, мне очень приятно. Я тоже очень люблю тебя, просто обожаю, спасибо большое. Играть, ну давайте, во что хотите? Во что вы хотите поиграть, друзья? Как день прошел? А, как день рождения прошел? Я свой день рождения провела на сцене. Да, так как в этом году я его не праздную, но так повезло, что на 3 июня у нас поставили концерт, который проходил на Минской ратуше в центре города с оркестром. Вот, было очень-очень прям вайбово. Особенно этот концерт был поздний, в 8 вечера. И мы пели, и там закат, такое небо. Вау, просто очень классно. Прям реально круто. Вот, так что да, свой ДР я провела на сцене. Я смотрю тебя с начала карьеры. Очень приятно, спасибо большое. Я очень рада, что ты до сих пор со мной. Так, а, показалось, боже. Еда. Ну окей, давайте поиграем в еду. Смотрите, кто только что присоединился, друзья, всем привет. Мы сейчас будем играть в еду. Еда — это очень простая игра. Я вам называю смайлик еды, а вы присылаете его в чат. Кто первый, того я записываю в список. Что за список, спросите вы? Список победителей, ну как победителей, номинантов на победу. Я записываю, и если вы набираете 5 очков, то есть 5 побед, 5 раз выигрываете, то вы получаете рулетку, где вы можете выиграть либо сигну, либо подписку, либо лайки. Вот. Я надеюсь, вы меня поняли. Так, ну что,
Сейчас тогда я открою смайлики. И первая еда, давайте, будет кокосик. Кокосик. Донат. Донат пришел. Смотрим. Александр Климов, спасибо большое. Крепкого здоровья в твоем исполнении, покинул чат. Это просто супер бомба. Ой, с днем рождения. Спасибо большое, Саша. Так. Возвращаюсь в чатик и смотрим, кто у нас прислал первый кокос. София Манько, тебе привет, и я тебя записываю. София Манько. Угу, так, есть. Следующий смайлик, давайте присылайте яблоко. Яблочко. А я пока открою вот эту милую маленькую пачечку. Я, честно, я зависима от мармелада, это прям моя любовь. Ну, хотя, ладно, когда много съешь, уже, ну, не хочется. Но, в принципе, я могу достаточно много съесть мармелада. Так, снова София Манько первая. Отлично, у тебя уже 2 балла. А, кстати, подождите, я вам сказала 5. Не 5. Давайте уже повысим, потому что 5 слишком быстро набирают. 5 побед. Вот, давайте пусть будет 7. Ну, так будет интереснее. Вот, у вас будет больше стимула играть. Так, следующий смайлик, давайте... Брокколи. Кисочка. Не, ну все, уже лезет в мой пакет с подарками. Ну вот куда ты? Ля-ля-ля, ну куда ты лезешь? Не, ну посмотрите на эту наглую мордочку. Иди сюда. Иди сюда, кот. Иди. Ой, какой ты тяжелый. Ай. Так, смотрите, какой пупс. Сейчас я включу камеру. Вот. Смотрите. Знакомьтесь. Ну, хотя ладно, вы его... Ай, куда ты... Что ты своими лапами меня толкаешь? Он не очень любит камеру, да? Ну, помахай. Помахай. Скажи всем привет. Ладно, он не хочет. Давайте его отпустим. Пусть гуляет. Так, брокколи, смотрим, кто первый. Кто первый? Настя Сокол. Настя, записываю тебя. Молодец. Так, следующий смайлик, давайте огурец. Ну, кот, ну не лезь в мой пакет. Успокойте его кто-нибудь, пожалуйста. Привет, привет всем. Так, снова София. София Манько, ты молодец. У тебя уже 3 балла, ты первая. Угу. Так, следующий. Следующий смайлик, следующая еда. Присылайте. Давайте уже по 2, а то так слишком просто. Присылайте бургер и пиццу. Бургер и пиццу. Так. Кит, иди отсюда. Не, ну он прям в пакет залез. Ну, вот вы понимаете вообще? Это просто наглость level 100. Что за наглая морда? Куда ты лезешь, а? Иди. Идите. Мы сделаем по-другому. Мы поставим этот пакет просто на стол. Ой. Вот так вот, дай. Кисочка, ну иди, пожалуйста. Успокойте моего кота. Пожалуйста, умоляю вас. Так, все, смотрю. Кто у нас первый? Даша, привет, Даша Дрим. Привет. Так, Даша Дрим. Угу, есть. Ну и давайте еще одну пару. Оливка и вишня. Оливка и вишня. Оливочка и вишенка. Кто первый? Жду. Так. Это не я, ребятки, если что, в чате. Это не я. Так. Ну. Почему оливку никто не присылает?
Почему ВК? А, я поняла, ребятки. Я просто сейчас сижу в чате, который... который в самом Ютубе, а мне надо войти в творческую студию. Я неправильно сделала. Кот! Сейчас. Там, наверное, просто оливку нельзя. Ну, типа, запрещенный смайлик. Да, не спрашивайте, почему. Я не знаю. Так. Сейчас зайду в другой чат. Просто Ютуб слишком логичный. Слишком логичный. А, хотя нет, нет, подождите. Вот, кто-то присылал оливку. Или, в принципе, подождите. Почему мне... Нет, я не понимаю, что за бред. А в телефоне тоже нет оливки. У вас нет оливки, ребят? Первый смайлик — это оливка, а второй — вишня. Вот. Папа, хватит играть. Он играет с... основного аккаунта. Я не знаю, у меня нет оливки. У меня все присылают авокадо почему-то. Ладно, давайте поменяем. А то что-то какой-то бред. Давайте вместо оливки пришлите арбуз. Арбуз и вишню. Ля-ля-ля-ля. Вот, арбуз и вишня. Так, кто у нас первый? Так, у меня первая — Миринда. Миринда первая прислала именно арбуз и вишню. Миринда, мы тебя записываем. Так, ну что, давайте что-нибудь споем, наверное. Что вы хотите? Что хотите послушать в моем исполнении? Медуза. Не, давайте что-нибудь более новое. Шамана. Нет. А Насти по барам? Ну, как вариант, в принципе. Так, что еще пишет психушка? Брекеты. Не знаю такую песню. Последний звонок. Да, я думаю, споем сегодня, кстати, ее. Конечно. Все-таки новая песня. Мальчик на девятке. Кстати, да, как вариант, мальчик на девятке. Или вот за деньги, да, тут пишут. Что хотите, за деньги, да, или мальчик на девятке? Давайте, выбирайте. А мой мальчик едет на девятке по автостраде. Малиновая лада. За деньги, да. Ну вот, за деньги, да, больше хотят. Мальчик на девятке, за деньги, да. Да, за деньги, да. Все. Все вспомнили песню «За деньги, да», поэтому решили «За деньги, да». Так, снова пришел донат. Сейчас мы его прочитаем и будем петь «За деньги, да». «За деньги, да». Так, сейчас обновлю, ой. Виталий Манку, спасибо большое, авторская, ага, это у нас заказ, я так понимаю. Хорошо, сейчас мы споем тогда «За деньги, да», а потом споем «Последний звонок». Ну что, «За деньги, да», да? «За деньги, да» вы хотите, да? «За деньги, да». Сейчас. Это я в Дубае, я сейчас отдыхаю. Да, я так богатый, я это не скрываю. Так, ну, в принципе, текст я знаю наизусть. Ну, ладно, давайте откроем на всякий случай. Ну, как бы грех не знать инстасамку наизусть. Кстати, знаете что? Вот кто живет в Беларуси? Инстасамка должна была приехать на Viva Braslav. И многие покупали билет на Viva Braslav именно ради инстасамки. Вот, и я, ну, естественно, все были в шоке, в принципе, я тоже, у меня сразу появилось желание, блин, а может съездить на Viva Braslav, это ж так круто, инстасамка приезжает в Беларусь, ну, типа, реально класс, вот, и знаете что, инстасамка не приедет, а многие уже купили билеты, а инстасамка отменилась, ну, как бы, да, я представляю, как обидно тем людям, кто ехал ради нее,
Вот. А причина пока неизвестна, но не знаю, не знаю, что там могло произойти такое. Ну, в общем, все, Вива Браслов, конечно, дизлайк, обманули всех. Вот, это был, наверное, пиар-ход, чтобы все купили билеты на Вива Браслов, но там инстасамки в итоге не будет. Вот, ну, я знаю из звезд, кто там, Макан приедет, многие ради Макана едут. Да, Макан тоже достаточно популярный. Вот, но я знаю только пару песен Макана, вот, особо не фанатею по нему. Вот, ну, конечно, инстасамка, это был бы прям... Прям разрыв. Так, за деньги, да. Ну что, полетели? Поем за деньги, да. Тут долгий проигрыш. Можем пока потанцевать. Так, да, ребятки, сейчас мы жестко танцуем. Вот, расстраиваемся, что инстасамка не приедет на Вива Браслов. Вот, ну, как есть. Эй, эй. Кстати, да, если вы еще не посмотрели клип на «За деньги», да, который мы сняли в Дубае, обязательно посмотрите. Так, мне интересно, когда там уже будет начало? Наверное, сейчас, да? Да. Я вообще делаю, что хочу. Хочу импланты, звоню врачу. Кто меня не любит, я вас не слышу. Вы просто мне завидуете, я молчу. Я не молчу, когда я хочу. Я не продаюсь, но за деньги, да. Мой продюсер говорит, ты поп-звезда. И, кстати, мой продюсер, это мой муж, да. Я не скажу в ответ ничего на хейт. И я не скажу привет, если бабок нет. Слышу любимый звук, это звон монет. Они тянутся мне рук, это мой концерт. Я завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю фиты даже за деньги, да. Я подумаю, потом скажу сразу, да, за деньги, да, за деньги, да, за деньги, да, деньги, 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 да. Это я в Дубае, я ещё отдыхаю. Да, я так богата, я это не скрываю. Все мои подруги за собой не замечают. Они видят мои шмотки и тупо повторяют. Пусть не забывают, кто тут королев. Я раскидываю бабки направо, налево. Это моя манера, жена миллионера. Мне платят за концерты, я читаю под фанеру. Эту сумку мне муж купил. Эти роликсы муж купил. Кольцо с бриллиантом мне муж купил. Муж купил, мне муж купил. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю фиты даже за деньги, да. Я подумаю, потом скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да, за деньги, да. Деньги, 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 да. За деньги, да, деньги, 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 да. За деньги, да, деньги, 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 да. За деньги, да, деньги, 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 да. Коротенькая такая песенка, наша любимая инстасамка. Так, ну что, друзья, я открываю чат. Открываю чат. С днем рождения, милая, спасибо большое, да. Очень-очень-очень приятно. У меня, если что, день рождения был вчера. Так что не путайте, но все равно поздравления я принимаю, да. Просто некоторые думают, что у меня день рождения сегодня. Вот. Так. Последний звонок. Да, споем, конечно. Так, сейчас проверю. Донаты ж вроде не приходили. Чтоб я ничего не забыла. Да, все. Все хорошо. Так, открываю чат, и мы с вами продолжаем. Ты переходишь в 11 класс? Да, вы представляете, я в шоке. Я иду в 11 класс. Я как подумаю, что мне сейчас все, вот 3 месяца отдыха. И потом надо будет жестко-жестко все учить, ходить к репетиторам, на какие-то курсы, на какие-то занятия постоянные. В общем, да, жестко готовиться к экзаменам. И от этого становится очень-очень грустно. Так, давай еще в еду поиграем. Давайте. Сейчас я открою. Такая вкусная мармеладка. Это была синяя, по-моему, да? Больше нет синих. Вот синяя прям вкусная. Обычно либо розовые самые вкусные, либо синие. Ну вот синяя. Да, синяя прям кайф.
Так, ну что, давайте дальше в еду. И следующие два смайлика. Следующая пара. Это хот-дог и киви. Хот-дог и киви. Жду. Вот, есть, да. Так, кто у нас первый? Крисби. Крисби, записываю тебя. Хорошо. Так, следующая пара смайликов. Давайте клубника и кукуруза. Клубничка и кукуруза. А я вам напоминаю, что вы можете поддержать меня, отправив донат по ссылочке в описании, либо же по QR-коду, который находится вот тут. Так. Вот есть клубника и кукуруза. Настя Сокол, молодец. Так. Угу. Хорошо, так, следующие два смайлика присылайте шоколадку и круассан. Будет такой микс. Шоколад и круассан. Так, донат. Обновляем. Виталий Манку, спасибо большое. Какие планы на лето? Вообще, хочу много гулять, путешествовать по нашему замечательному Минску. Вот, конечно же, будут какие-то выступления, концерты. Вот, что планирую. Планирую вести стримы, конечно же, много с вами общаться. Вот, ну, а в принципе, что отдыхать? Лето, ну, для чего? Чтобы отдыхать. Вот, отдыхать от школы, от учебы. Кайфовать, в общем, греться на солнышке. Да. Так, спасибо большое за донат. Я возвращаюсь в чат. У меня завтра ДР. Ага, Саша Колесниченко. Саша, с наступающим тебя праздником. Так, с ДР, спасибо. Спой на часах 00. Я знаю только припев этой песни. Могу вам спеть припев. И то текст нужен. Сейчас. А то тут кто-то жестко просит спеть, а на часах 00. Сейчас я текст открою. Вот. Да. Я старше на год, ты пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. А на часах 00. Я старше на год, ты пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой, а на часах 00. Да, это единственное, что я знаю, припевчик. Куплеты не знаю, к сожалению. С Дерекси уж спасибо большое. Так. На чем мы остановились? А, я отвечала на вопросы. Давайте дальше играть в еду. Следующие смайлики давайте... мандаринка и перец чили. Мандаринка и перец чили. Так. Жду. Так, вот, есть. Настя Соколовская. Настя, записываю тебя. Соколовская. Угу. Так, давайте следующее. Следующее пусть будет кусочек тортика и помидор. Отличное сочетание. Кусочек тортика и помидор. Помидор. А, я не проверила шоколад и круассан. Блин, ребят, простите, пожалуйста. Сейчас. Так, сейчас мы проверим тортик с помидором. София Манько, молодец. У тебя уже 4 балла. Так, и круассан. Если я его сейчас... А, все, я, наверное, не долистаю до круассана.
Я забыла про него совсем, простите. Сейчас, сейчас. А, нет, вот, долистала. Так, круассан. У меня тут опять почему-то. Вот, видите, это, видимо, на компе так. Надо смотреть на телефоне. Может, на компе просто нет круассана? А, все, уже, наверное. Да. Не пролистаю чат. Ну ладно, все, забыли. Забыли, ребятки. Это была тренировка. Так, ну и давайте еще. Еще один. Еще одна парочка. Манго и. И зеленый перец. Манго и зеленый перец. Ня-ня-ня-ня. Угу. Я пока жду. Вот, есть милая Эля. Эля, привет. Так, милая Эля. Эля. Угу. Так, ну что, я предлагаю вам, наверное, спеть уже. Долго мы играем. Дорогая Ксения, я поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе счастья, успехов, самое главное, здоровья. Спасибо большое, Иван. Очень приятно. Что поем, ребят, что поем? А, у нас же заказ, я забыла, авторская. Да, давайте тогда споем авторскую. Последний звонок. Ты снова рыдаешь. Так. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас найдем минусовочку. Пока оно загрузит. Сколько тебе лет? Уже я, наверное, раз в восьмой говорю, 16. Исполнилось мне 16. Все, уголовная ответственность уже. Так, сейчас минусовочку. Минус, минус, вот, final. Угу. Так, сейчас, секунду. Сейчас. Боже, подождите. Подождите секунду. Ой. Так, сейчас будем петь последний звонок. Это у нас заказ от Виталия Манкуса. Все. Ну что, поем? Сейчас в студии у нас моя песня, моя новая песня, мой новый трек «Последний звонок». Ну что, погнали, полетели, поем. А, понятно. Погнали. Не туда нажала я. Как поезда уносят даль прошлого воспоминания. Школьный двор, тут детство мое прошло. Ты впустил меня в свои ворота знания. Первый друг и первая любовь. Эти фрагменты школьного кино за стенами. И буду вспоминать весь этот путь. Уроки жизни с большими переменами. Последний звонок, ты снова рыдаешь, ты снова провожаешь во взрослую жизнь и за собой оставишь память. Школа, мне тебя не забыть. Последний звонок,
Ты снова рыдаешь, ты снова провожаешь во взрослую жизнь и за собой оставишь память. Школа, мне тебя не забыть. И прозвенел уже звонок последний, и счастье, грусть и слезы на глазах, оставив в памяти моменты. Вместе пронесем мы их через года. Стали учителя родными, ваши советы не забудем никогда. Открыты двери взрослой жизни, прощай, школа, но нам пора. Последний звонок, ты снова рыдаешь, ты снова провожаешь во взрослую жизнь и за собой оставишь память. Во взрослую жизнь и за собой оставишь память. Школа, мне тебя не забыть. Так, ну что? Я надеюсь, вам понравилось. Это была моя новая песня «Последний звонок». И если вы вдруг ее еще не послушали и не посмотрели клип на эту песню, то скорее переходите на канал. Вот, обязательно смотрите клип, слушайте. Она есть на всех цифровых площадках. Вот, сохраняйте, ребятки, слушайте. Это песня для выпускников. Кстати, напишите, кто уже выпускается, кто закончил 11 классов. После 9 уходишь или остаешься? Ребятки, я уже заканчиваю 10. Да, поэтому до 11. Так, сейчас я закрою окошко, потому что тут дует какой-то жесткий ветер. Сколько будет длиться эфир? Ну, смотрите, сколько уже прошло. Ого, уже час. Час. Чуть больше. Чуть больше часа мы с вами общаемся. Ну, смотрите. Еще точно час. Думаю, точно, да. А там уж как пойдет. Так. Уже поступило. Класс, да, кто-то уже поступил, кто-то уже отжил. Это страшное, страшное время, потому что мне, например, страшно сдавать экзамены в 11 классе. Я уже просто как подумаю, что начнется вся эта подготовка, суматоха, я буду сидеть уже вот так вот над этими уроками. Ужас. Я надеюсь, лето будет вечным. Можно сделать лето вечным, пожалуйста? У меня 23:38, можно покороче? Ну смотри, ты уже когда пойдешь спать, вот, напиши, и вот, и, ну, и мы посмотрим, мы посмотрим. Я думаю, еще часик ты сможешь посидеть до 12:30 с нами. Живи, да, да. Грустный дэнс, о, грустный дэнс, ну такое, ну такое, давайте что-нибудь другое. Давайте, ну, поиграем во что-нибудь, мы же только что спели. Mm-mm.
как сдать ОГЭ по-русскому? Ксюша, помоги, прошу. Честно, у меня такой же вопрос. Ну, как вариант, как бы списать. Вот, но... Если списать не получается, то учить. Что еще делать? Вот у меня Ангелина, которая... Да, я, кстати, показывала ее подарок. Вот, она сдала экзамены на 85 баллов. Кстати, насчет этих баллов, там же жесткие терки были, что Рикс неправильно посчитал. Вот. И там пересчитывали все. В общем, там было жестко. Вот, и у нее вместо... Сколько у нее было? Не помню. 70 с чем-то, по-моему. И, в общем, с этих 70 пересчитали на 85. Вот. Так что да, я надеюсь, вы там уже все уже пережили этот стресс, потому что многие очень расстроились, кто готовился. Вот. И вот эта Ангелина, вот эта девочка, она там и на интенсив записалась за 85 белорусских рублей. Лишь бы, ну, вот, все повторить, все конкретно, ну, прям подготовиться. Вот, но, видите, 85 баллов. Так что, ребятки, учите. Так, смотрим донат. Сейчас. Как тебе Дубай? Что больше всего впечатлило? Дубай, ну, Дубай не может не понравиться, собственно говоря. Понравилось все. Конечно же, погода, в первую очередь, солнышко, климат, вообще все шикарно. Конечно, ну, все вот эти вот мегаполис, вот этот весь мегаполис, это очень круто для меня, это прям зрелищно. Я, в принципе, люблю вот этот вид города, особенно такого высокого города. Вот, это, ну, это реально захватывает. Особенно вот эти вот фонтаны поющие, очень красивые, которые по вечерам. Мы смотрели каждый божий день, реально, вот каждый день мы ездили в Дубай Молл, и каждый божий день мы возле Бурдж-Халифы, напротив Бурдж-Халифы, вот эти фонтаны. Красота, в общем, да. Понравилось, ну, реально все. Я не знаю, и люди хорошие, и никого нигде не обманывают. Ну, вот в плане, например, сравнить с Египтом. Ну, то есть, реально, вот люди прям, прям хорошие. Везде там тебе помогут, что-то подскажут. Вот, ну, единственный минус, конечно, если вы не знаете языка, будет сложно. Ну, мы вот особо не знали языка, как-то выкручивались, где-то сами, где-то переводчик. Так что, если вы не знаете языка, обязательно покупайте симку с интернетом, потому что переводчик вам точно пригодится. Так, что-то я хотела, не помню что. А, ну, сейчас я открою чат. Вот, так. Боже, кто такой гений? Меня спросили, у тебя подмышки волосатые, а вы хотите проверить? Нет, ребятки, нет. Можете поверить мне на слово. У меня есть сжатые изложения, но куда их можно засунуть? Как пронести и списать? Помоги, пожалуйста. Сжатые изложения, в смысле сжатые, типа шпоры? Я просто не понимаю, это 9 класс или 11? Вика, ты в 11 или в 9? В 9, наверное. Да, изложение, это ж... Все, точно, я туплю уже, простите, пожалуйста. Ну смотри, на русском и белорусском я не списывала. Я написала все сама, но у нас был диктант, не изложение. Вот, и... У нас там, ну, у нас у всех были шпоры, естественно, но я вот, например, не смогла достать, я побоялась, потому что долго искать. Но вот у нас девочка в классе, она достала шпору с тем самым диктантом, вот, чтобы посмотреть все знаки, и просто она посмотрела, и мы всем передавали, ну, где запятая, где тире, где двоеточие, вот. Но вообще, в принципе, я все сама написала, помимо знаков там некоторых, которые нам подсказали. Вот, я думаю, на диктанте, ну, ой, на изложение вас не будет никто валить, потому что в школе экзамены это реально просто. Вам 100% будут помогать. Можно через 20 минут закончить стрим? Аня! Ну, я не знаю, как объяснить. Ну, смотри, ты можешь посмотреть стрим в записи. Вот, завтра, досмотреть его. Я ж не могу завершить стрим просто ради одной Ани, да? Вот. Правда, посмотри просто в записи, и все супер.
Так, давай в еду. Давайте уже не в еду, давайте во что-нибудь другое. Так, Ксюша, а в шестом классе было сложно тебе? Шестой класс — это вообще, это чил, ребятки. Если ты в шестом классе, отдыхай, просто отдыхай. Ася, как ты там? Я знаю Асю, но вот эту песню я видела ее в соцсетях, но не слушала. Так. Я не знаю, после какого класса уходить, после 9 или 11. Ну, тут смотри, тут я вам точно не помогу. Мея, да, Мея, я тебе тут не помогу, потому что ты сама должна определиться. Вот, если ты знаешь, куда ты хочешь поступать, прям конкретно уже решила, что вот я хочу там в этот колледж или в этот лицей, вот, то тогда да, конечно, уходи после 9-го, вот. Но чаще всего в 9-м классе еще многие не знают, куда хотят поступить и с чем связать свою жизнь, вот, поэтому идут, так сказать, переждать еще годик подумать и идут до 11-го, потому что 10-й класс, честно скажу, это вообще, это чил. Вы можете ничего не делать в 10-м классе, ну, типа, просто отдыхать. Вот. Но хотя, вот, казалось бы, 10-й класс, чил, можно, ну, реально можно было ничего не делать. Вот, но мы все равно учились жестко, прям жестко, ну, как бы, старались. Вот. Это как бы тяжело, но ты когда понимаешь, что, ну, в аттестат не идут эти, ну, и... Все, у меня плиты языкаются уже. Когда понимаешь, что эти предметы будут в следующем году, и ты как бы можешь, ну, не стараться особо на десятки, там, на отлично учиться, вот, тогда, ну, это спокойно, спокойно отдыхаешь себе, вот, учишься, спокойно, размеренно, вот. А в 11-м классе уже надо будет постараться. Так, сложно было в 8-м классе? Нет. Сколько тебе лет? 16. В каком классе было сложнее всего учиться? Знаете, в каком? Я не знаю, почему, но мне запомнился 4-й класс. Потому что в 4-м классе, так как я учусь в гимназии, а до какого-то там года, до 2019, по-моему, вот, были экзамены. Нет, не 19, около 19-го. Ну, короче, до какого-то года были экзамены, когда ты в гимназии, когда ты переходишь из начальной школы в среднюю. Вот, и чтобы дальше учиться в гимназии, тебе надо было сдать экзамены. То есть у нас были в 4-м классе экзамены. Вот, и это, конечно, был жесткий стресс, и нас очень сильно готовили, прям серьезно. И я прям помню, математика для меня это прям ужас был. Ну, там же не было разделения алгебра, геометрия. Вот, там именно математика, все вот эти задачи, это дурдом, это просто, для меня это была прям боль. Вот, и на экзамене по математике мне помогли. Вот, как бы я все решила сама, кроме последнего номера. И я вот до сих пор помню, я сижу тогда, и я понимаю, что вот точно такую же задачу мы решали, а я не помню. Я просто, я все, я от страха забыла, как ее решать. Я пытаюсь как-то сама что-то решить, у меня ничего не получается, все. Я уже сижу, вот так вот сижу уже. И ко мне подходит учитель, ну, учитель смотрит там, что я там сделала уже, и все, и начинает там мне подсказывать, что тут-то надо то-то посчитать, тут то-то, и все. Я такая, фух, спасибо вам, святая женщина. Вот, поэтому по математике я сдала экзамен на 9 в 4-м классе. Вот. Ну вот для меня 4-й класс был сложный, потому что мы очень сильно готовились к экзаменам. Хотя, по сути, это были вообще самые изичные экзамены. Вот, но мы тогда были маленькие, было страшно, волнительно. Вот. А еще помимо 4-го класса, конечно, 9-й, да, было тяжело учиться тоже. Ну, потому что экзамены. В принципе, все из-за экзаменов. Когда ты знаешь, что в конце года тебе ничего не ждет, вот ты себе спокойно учишься. Вот и все. А тут, конечно, да, волнительно. Давай в имена играть. Да, кстати, можем поиграть в имена. Хотите в имена? В имена. Та-та-ра-та-ра-та-ра. Занесло меня. Занесло. Так. Ой. Сейчас я вернусь к чатику. Хотите в имена? Давайте в имена.
Из какой ты страны? Я из Беларуси. Смотрите, имена — очень простая игра, тоже достаточно интересная. Не такая простая, конечно, как еда, вот, но тоже классная. Я вам называю букву, а вы пишете имя на эту букву. Ну, кто первый, тот, соответственно, выиграл. Вот, но есть небольшое правило, исключение. Вот, нельзя писать нельзя писать не полные имена, то есть только полные имена. Например, если вы напишете, я вам назову букву L, и вы напишете Лена, оно не подойдет, потому что полное имя Лена — это Елена. Вот, ну, я думаю, понятно. В общем, пишем полные имена. Итак, первая буква, давайте буква Г. Без разницы, можно и мужские, и женские имена. Занесло, занесло, куда-то занесло меня. Г-г-г-г-г. Галина написала: София Манько. Так, София Манько, я тебя записываю. У тебя уже 5. Угу. Так, следующая буква, давайте буква К. Буква К. У меня осталась последняя мармеладка. А вот тут Мия написала: я-то хочу после 9 на дизайнера, на дизайнера одежды, но родители против. Говорят, идти до 11 на психолога, а я-то не хочу. Вот и думаю, ну да, это, конечно, распространенная такая проблема, когда родители принуждают тебя идти на ту профессию, которая тебе не нравится. Вот. Ну тогда я даже не знаю, наверное, все-таки, смотри, чтобы найти компромисс, ты можешь пойти до 11 класса отучиться, а потом просто после 11 идти не на психолога, а тоже на дизайнера одежды. Ну, не обязательно же после 9 идти на дизайнера одежды. Ты можешь идти на дизайнера одежды после 11. Может быть, ты до 11 класса еще передумаешь. Вот. Так что можно идти до 11, спокойно подумать, еще поучиться. Вот. И мало ли ты передумаешь, мало ли ты найдешь что-нибудь другое для себя. Вот, так что, ну, это как вариант. Но тут лучше уже думай как бы сама. Сама решай. Я чисто посоветовала. Так, буква К. Смотрим, кто первый. Каринба. Это 6 или Б? Наверное, 6. Ну, ладно, нет, не засчитываем. Вот Кристина написала Крисби. Крисби, у тебя уже 2 балла. Так, следующая буква, давайте буква Т. Занесло, ой, занесло, куда-то занесло меня. Что меня так заела эта песня? Ты такая хорошая, спасибо. Спасибо, спасибо, очень приятно. Так, буква Т. Т, Т, Т. Вот, жизнерадостный написал Татьяна. Угу, жизнерадостный, мы тебя записываем. Следующая буковка, буква О. Буква О. Буква О. И подумайте, кто, может быть, не играет, подумайте, что мы сейчас споем. Вот, Анастасия Щук написала Олег. Отлично, Анастасия Щук, мы тебя записываем. Ну и еще одна буква, буква Б. Буква Б. Ты слушаешь кей-поп? Нет, не люблю кей-поп вообще прям. Типа, я не то что... Ну, я, в принципе, вот эти корейские все штучки, типа, дорамы, все вот это вот не очень. Да, и аниме мне не нравится. Вот, ну, как есть. И не то, что я расистка, там, не люблю корейцев, ну, просто не очень такое. Так, буква Б. Анастасия Щук. Ага, молодец.
правильно. Так, написала Борис, Анастасия Ящук, это 2 балла уже. Ну что, что мы с вами споем? Что споем? Давайте, предлагайте. Что вам спеть? Занесло. Так, донат, смотрим. Виталий Манку, спасибо большое. Правда, что песня Егора Крида «Папина дочка» про тебя по характеру больше в папу или маму? Честно, я не знаю по характеру, в кого я. Ну, внешне я точно в папу, а по характеру... Ну, и по характеру, наверное, да, в папу больше. Ну, не знаю. По характеру, наверное, наполовину все-таки, как и в папу, так и в маму. Вот, а внешне больше в папу. Правда, что песня Егора Крида «Папина дочка» про тебя? Не знаю. Так, чат. Спасибо за донат. Так, на чем мы остановились? А, мы выбираем песню. Занесло меня. Нет, ребят, это я просто напевала. Мы не будем петь эту песню. До скольки эфир? Эфир, ну, до 9:30 где-то. Психушка. Психушка, ну, такая песня, конечно. Мы что можем спеть? По барам. Можем спеть по барам, в принципе. По барам. Ну, давайте по барам, да. А ты по барам. Сейчас. По барам. Так, где у нас буква О? А вот, по барам. Сейчас минусовочку найдем. Угу. И текст. Так, ну что, полетели тогда? Поем по барам. Сейчас. Все, погнали. Ты ночной кошмар, что растал поутру. Я по-прежнему красива, хоть казалось, что умру. Пусть со мной так сложно было, но и ты, пацан, не прост. Мне очень жалко твою новую девчонку. Я не ревную, правда, я же отпустила. Начнешь опять издалека и потихоньку. Посмотришь сторис, дальше лайки закрутилась. И понеслась опять звонки утро в миноре. Так было сотни раз, пока я не остыла. Но ты не понял при последнем разговоре. Я поумнела или просто разлюбила. А ты по барам пьяном угаре. Что же ты, парень, снова вспоминаешь о том, как мы гуляли по тротуарам мокрым и старым. Утром под дождем босиком по барам. Я твоя кора, я твоя карма. Ты найдешь в толпе мой типаж. Ты подкатил, я нас запала. Но
свечки. Я не свечу уже давно геолокацию и не хожу в места, в которых мы тусили, чтоб ты не смог совсем никак ко мне добраться. Все наши фото не в архиве, а в корзине. А ты жалко твою новую девчонку. Так, ну что, как вы заказывали песню по барам? Сейчас я открою чат, что вы там пишете, друзья. Стоило мне уйти, тут поют. Ну да, ну да, как обычно вовремя. Молодчина, спасибо большое, молодец, спасибо. Так, 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 сейчас, секунду, секунду, секунду. Сейчас. One minute. Так, ну что. Вау, классно, спасибо большое. Так, у меня 21.01. У меня тоже 21.01. Что мы сейчас будем с вами делать, друзья? Что вы хотите? Во что вы хотите поиграть? Что вы хотите поделать? Я могу поотвечать на ваши вопросы. Вообще, мы можем поговорить о жизни. Брекеты Юлия Гаврилина. Это вот это. На мне сияют брекеты. Та-т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 а. Все, это я из ТикТока просто слышала. Я даже текст не знаю, честно. Сейчас, секунду. Секунду, ребятки. Секунду. Так, в цвета. Цвета, можем поиграть в цвета, да. Можно песню «Как тебя покорить». А я не знаю, что это за песня, честно. Не знаю. В каком городе живешь? Я живу в Минске. Спой песню «Шкибиди-доп». Шкибиди-доп-доп-доп, yes-yes-yes-yes. Шкип-шкибиди-дип, шкибиди-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю-дабл-ю. Так. Почему стала блогером? Так получилось. Так. На кого хочешь поступать? Я уже 3 раза говорила. Давайте кинем другие вопросы, ребят. Валя Карнавал «Ромашки». И сотни роз не стоят ни одной твоей ромашки, ромашки. Го играть. Давайте, может быть, на вопросики поотвечаю там. Мне кажется, уже эти игры просто надоели. Хотя мы уже давно не проводили стрим, поэтому, наверное, вы уже соскучились по играм. Есть парень? Нет. Имена. В имена мы уже играли. Ты лучшая, спасибо. Какая твоя любимая песня? Честно, у меня нет песен любимых, потому что я слушаю все. Вот реально все. И конкретной нету. Отличница? Ох, нет. Видели бы вы мою последнюю четверть? Ну, типа, у меня за год как бы все нормально. У меня только 1 шестерка за год по истории. И то, ну, это как бы из-за того, что учитель у нас
не очень удачный. Вот. Если бы не этот учитель, у меня вообще был средний балл, ну, скорее всего, 8-7, где-то так. Это чистая история, у меня все вот так вот по наклонной пошло. Как с черчением? Черчение у меня 10, у меня все супер по черчению. Вот, ну, черчение же, оно идет уже в аттестат, так как в 10 классе только черчение. Вот, и оно идет в аттестат 11 класса. Поэтому надо было стараться, ну, что я и делала, собственно говоря. Поэтому у меня 10. Так. Передай, пожалуйста, привет Ольга Васильевна. Ольга Васильевна, вам привет. Красотка, спасибо. Будешь делать влоги. А какие вы влоги хотите? Шкибери, доп. Yes. Кстати, да, ребят, подписывайтесь на мой ТикТок обязательно. Я там снимаю много всего интересного. И, конечно же, на Инстаграм подписывайтесь. Там вся моя жизнь. Вот, все вам показываю, все снимаю, там много всего классненького. Так что подписывайтесь. В города. Ну, давайте в города. Что ты делаешь целый день? Ну, смотрите, вообще, последний месяц мой день состоял только из репетиций и концертов. Вот, но если говорить про обычный день, например, сегодня. Сегодня утром я была у бабушки, вот, и с Алисой вместе с моей сестрой. Вот, мы отмечали мой ДР, ну, мы его отмечали вообще вчера, но и сегодня тоже. Сегодня пошли, купили мне платье. Кстати, я вам сейчас его покажу, он тут лежит. Тут еще термос мой лежит, гремит. Ну, правда, оно тут мятое очень сильно. Я не знаю, увидите ли вы его или нет. Ну, вот такое вот платье. Красивое. А, ну, тут расстегнуто. Ну, в общем, вот такое. Оно очень мятое, поэтому выглядит не очень презентабельно. Вот, но красивое, да. Так что в инсте увидите. Скоро надо будет пофоткаться, уже лето как-никак. У нас, кстати, вчера очень холодная погода была. И вчера был концерт на улице. Вот. Было только 15 градусов. Сегодня уже чуть-чуть теплее. Сегодня 17 или 18, что-то в районе того. А завтра уже 21, и там дальше 22, 23, 25. Вот. Так что начинается хорошая погода, а потом там в какой-то день опять 18, 16. В общем, что вы хотели? Это, да... то мы уже привыкли, белорусы уже привыкли. 35 не хотите? Сделаю вид, что не завидую, я не завидую. Нет. У нас 18, пожалуйста, как бы можно без зависти. 35. Трэш. Не, ну 35 это уже прям жарко. Вот у нас идеальная погода в Беларуси это 25, ну реально вот хорошая, 23 даже. 23-25, это вот прям тепло, прям жарко. Если бы у нас было 35, я не знаю, мы бы тут, наверное... умерли все. Оно на тебя налезет? Конечно, я ж его мерила. Вы что, ребятки? Это что, был намек на то, что я толстая? Ну, кстати говоря, вообще, я как бы немножечко поднабрала так, знаете, за зиму. Вот, ну, с учетом того, что у меня как бы и рост стал выше, вот, больше. Вот, ну и килограммчики тоже поднялись. Так, какой любимый фильм или сериал? Тоже нету, я не знаю, у меня нет вот конкретно чего-то, ни песни, ни фильма, ни сериала, я просто смотрю, ну все нравится, ну чтоб назвать прям любимый, ну наверное это классика, типа вот, ну их все любят, там какой-нибудь Гранд Леон или Леон, но это слишком банально. Что еще? Трудные подростки, вот хороший сериал, да. Что еще такое смотрела? Я все хочу начать смотреть «Очень странные дела», потому что все, вот абсолютно все мои друзья, подруги, все смотрели, вот, и все говорят, что, типа, очень классно. А я не могу все никак вот, вот не могу начать. То же самое, что как пару лет назад, там у всех была жесткая зависимость от «Ривердейла», вот. Но я посмотрела «Ривердейл» сколько? Серий, наверное, 7 первых, и все. И меня как-то не затянуло. Ну, не знаю, ну, как-то мне не очень зашло.
41. А, 41 градус, трэш, сочувствую. Мне кажется, вы там просто, просто кипятитесь уже в этой погоде. Так. Ты любишь смотреть мультики, да? Кто ж не любит их смотреть? Знаете, что я хочу посмотреть? Я хочу посмотреть фильм, который сняли в космосе. Его показывают в кино сейчас вроде, а может уже и есть в интернете. Вот очень хочу. Вот эта вот актриса первая, которая снялась в космосе. Вот это прям, вот это круто. Хочу посмотреть. Вот напишите, кто-нибудь ходил или нет? Привет, много подарков подарили. Ну, знаете, с учетом того, что я не праздную свой ДР, ну, в плане не собираю там друзей, подруг, там не идем куда-то там в кафе или на какие-нибудь развлечения, вот, а чисто, ну, просто вот, просто все, просто ДР. Вот, то реально, ну, даже неожиданно, но много. Я видела, мне не очень. Ну, вот у всех разное мнение, потому что многие мне говорили, что классный, очень классный, типа, фильм. О, или фильм, фильм, да. Фильм называется «Вызов». А, ну вот, да. Когда эфир в Инсте или ТикТоке? Ну, в ТикТоке пока не планируется, потому что... А, стоп! А я же, получается, могу официально вести эфиры, да? Или там с 18? Там, по-моему, 16. Ну, не суть. В общем, для безопасности я не буду вести эфиры в ТикТоке, а только в Инсте. В Инсте не знаю. В Инсте я могу в любой момент. Ну, типа, когда будет свободное время. Почему бы и не провести? Так. Ну что? Что мы с вами сделаем? Споем что-нибудь? Снова донатик. Донатик, донатик. Сегодня у нас один донатер активный, это Виталий Манко. Спасибо большое. Если бы предложили полететь на Марс, согласилась бы? Ну, это, конечно, очень круто. Конечно, я была, ну, не против, но туда же так просто не полетишь, наверное. Чтобы полететь, там нужно, ну, прям активно готовиться к этому. Там же специальные какие-то подготовки. И здоровье должно быть там идеальное, в общем... Ну, это, наверное, не все так просто. Но, конечно, я бы слетала. Кто бы не хотел, ну, конечно. Да. Но если была такая возможность, да, согласилась бы, конечно. Так, спасибо за донат. Эта песня простая. Спой, пожалуйста. Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Во дворе, чтобы играли пацаны на гитаре. Моя игра... Тут пишут, вот, спой песню бас. Но я только припев знаю. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Юность. Твоя песня «Выпускник». А, ну, «Выпускник» я не знаю полностью тоже. Кстати, да. Представляете, я выступала на одной сцене вместе с Фогелем. Вау, да, вы в шоке. Он приезжал к нам в Минск на последний звонок. Республиканский, где я пела. Вот пела я песенку «Солнце Монако». И, собственно говоря, главным гостем был Фогель. Вот, да, тоже так классненько было. А, так, «Нон-стоп», пожалуйста, спой. «Нон-стоп» — это вот это вот... Та-ра-та-та, та-ра-та-та-та-та. Это «Нон-стоп». Что там, «Ночи открытий», что-то... Не помню текст я. «Делай, что хочешь». Ну все, я больше не помню. Какой твой любимый цвет? Мой любимый цвет. Мой любимый цвет. Ну, вообще, я люблю лавандовый и голубой. Но. Блин. Наверное, еще белый, да. Я просто всегда говорю одни и те же цвета. Ну, типа. Я не скажу, что. Голубой я прям сейчас прям обожаю. Наверное, голубой уже можно убрать с этой категории любимых цветов. Вот, ну, лавандовый и белый, наверное, да. Белый цвет красивый. За деньги, да, уже пела. С
Спой песню Макана и Сирены по весне. А это не Макан же вроде, нет? По весне. А у меня даже в плейлисте есть. Это, да, какой-то Джакон. Макан и Сирена — это... EVL. IVL, не знаю, как правильно. В общем, неважно. А, по весне, да, кстати, классная песня. А, Кадди черный кадиллак, в нем играет платина. Сейчас, если есть минусовка, да, споем ее, классная песня. Правда, рэп я, конечно, плохо знаю. Ладно. По весне. Сирена. Сейчас, ребят. Сирена. Макан. Есть какая-то только... Мы рядом с тобой ушли, я шел к тебе, ты ушла. Ну, могу спеть вот это вот. Ой, LVL. А, почему LVL? Она же IVL называется. Ну, это какая-то типа задавка, но больше ничего другого нет. А по весне нету тоже минусовки, к сожалению. А вот еще какая-то минусовка. Ну, честно, я весь рэп, наверное, не знаю. Ну, сейчас споем кусочек. Так, нам пришел донат. Сейчас посмотрим его. Дарья, спасибо большое. Ксюшенька, привет, снюхай тебя. Спой песню про день рождения. Про день рождения? С днем рождения, я. Поздравляю тебя. А какую песню про день рождения? Ну, сейчас мы споем IVL и потом решим с песенкой про день рождения. Сейчас. Мы рядом с тобой ушли. Для любовь, не знаю точно, с тобой прямой, с тобой, но... Сейчас. Мы... Ну ладно, давайте опустим на минус один, наверное. Погнали. Не знаю, что получится, но попробуем. Шла. Это ты нашел, я нашла. Но временем не зашить сердце, что истекла. Любовь, что истекла. Это ли любовь, я не знаю точно. Мы с тобой по прямой, но это обочина. Ты теперь надолго с моим почерком. Я теперь надолго уйду в творчество. Закурю сигарету от голода. Я закурю сигарету на холоде. Но завтра нас не будет в городе. Завтра нас не будет. Скажи, почему ты растеряна? В гелике грустная стерео. Все, что нас лежит, все временно. Ведь у нас болит на материя. Нервы гонят нам кровь по артерии. Тушь на щеках, это потеки. Душу 160 в плотном потоке. Подари мне еще час этой тревоги. Бежим друг от друга, несмотря под ноги. Мы рядом с тобой шли, ты шел, не я тебе шла. Это ты нашел, я нашла. Но временем не зашить сердце, что истекла. Любовь, что истекла. Мы рядом с тобой шли, ты шел, не я тебе шла. Это ты нашел, я нашла. Но временем не зашить сердце, что истекла, любовь, что истекла. Ну все, дальше, да. Дальше я не знаю уже, да. Вот, хорошая песенка такая. Реально такая прям качает, качает. Вот, симпатичная, мне понравилось. Вот эта вот сирена, это же вроде девочка, она просто каверы делала. Вот, ну как-то она так прям пробилась. Прям, не знаю, как она записала фит с Маканом, как это вообще произошло. Вот, но судя по комментам, мне кажется, они там типа уже, ну, встречаются, нет?
Макан с сиреной или нет, или это все слухи, может, это миф. Вот. Но они, в принципе, так хорошо смотрятся вместе, миленькие. Так. У нас вообще заказ песни про день рождения, но я не знаю, какую песню про день рождения спеть. День рождения. День рождения. Ой, рождения. День рождения. Так, донат. Сейчас. Сейчас мы посмотрим. Виталий Манку, спасибо большое. Шикарное выступление на отчетном концерте. Особенно песня «Прекрасная далеко». Спасибо. Да, кстати, ребят, подписывайтесь на Инстаграм, потому что там совсем скоро, когда уже нам пришлют видео с концерта профессиональное, вот, и мы сделали офигенную версию под кавер-бенд, под наш бенд, вот, живой звук и версию с голосом. Вы, наверное, слышали в ТикТоке «Прекрасного далеко». Вот, я думаю, вам понравится, так что подписывайтесь, я выложу обязательно полную версию. Так, это лучшее, что я слышала. А что для тебя значит Сябрынка, и какой вклад она внесла в развитие тебя как певица? О, ну, ребятки, конечно, большой вклад, потому что, ну, на данный момент это один из главных, ну, приоритетов моей жизни, это коллектив, ну, потому что коллектив реально дал мне очень-очень много. Это огромный опыт, это новые знакомства, новые друзья, это большие площадки, это офигенные концерты, репетиции. В общем, ну, тут даже, ну, тут очень много перечислять можно. Конечно, это Сябрынка — это любовь, это вообще. Так. Сейчас, Ксюша в инсту. Да. А нас забрали, когда Фогель вышел. Блин, ну не повезло, конечно. Так. Да, окей. Спой песню, альбом «Сирена». Блин, я честно, я не знаю ее песни. Не знаю, не слышала ни разу. Вот это единственная, которую я знаю. И «По весне» знаю. Вот «По весне» я спела, «По весне», но нету минусовки. Ай, Катя черный кадиллак, в нем играет платина. Я в нем не с тобой, а я в нем а тебя. Как теперь твои дела? Та-дам, та-ра-та-ра-та-ра-там. Я та-та-та-та, ай, я все поняла. Та-ра-та-та-ди-на-на-на-на-на. Я текст не знаю, ребятки, сори. Так. Ну что, давайте поиграем, может. Да, вот тут просят ветер. Давайте ветер. Смотрите, я вам называю слово, а вы... Вы пишете... боже, что я говорю? Я вам называю слово, вы пишете его заглавными буквами. Я уже не соображаю, ребятки. И кто первый, того я записываю в список. Да, все сказала. Боже. Боже, реально у меня сегодня какой-то тормоз в голове. Так, давайте тогда первое слово. Слово «небо». Послушай песню «Альбом Сирена», очень советую. Да, послушаю, хорошо. Мне самое было интересно, ну, типа, посмотреть, какие у нее еще треки есть. Вот, потому что я слушала только фиты ее, вот с Маканом и с вот этим вот челиком, не знаю, не помню, как его зовут. Ну, который «По весне» поет. Вот. Так, небо. Кто у нас первый? Первое Абилов, наверное, так. Вот, в общем, тебе привет, я тебя записываю. Так. Абилов. Угу. Так, следующее слово. Давайте слово... цвет. Слово «цвет». Скажи, почему ты растеряна? Грустная стерео. Так, напоминаю, друзья, что если вы хотите
поддержать меня, можете присылать донат по ссылочке в описании, либо же вот здесь есть QR-код. Вот, можете заказать песню, либо же сигнал, либо же могу вам позвонить. Так, у нас, кстати, там заказ песни про день рождения. Я просто еще думаю, какую. Может быть, это «С днем рождения, успехов, радости, везения». Там просто она в оригинальной тональности высоковатая. Ой. Ну, сейчас. Сейчас мы ее найдем. А кто ее поет? Ирина Аллегрова, да? Днем рождения! Да. Не, ну эта песня слишком старая, она меня уже раздражает, честно. Давайте какую-нибудь другую. Она такая заезженная. Так, слово «цвет». Я сказала, да, кто первый или нет? Нет, не сказала. Снова Абилов, да? Да. Записываю тебя. Так, давайте следующее слово. Слово «бумага». С днём рождения, Милана Хаметова. Я не знаю эту песню. Что же вам спеть с днем рождения? Давайте вот эту вот детскую песенку. Кто ее поет? Барбарики? Или нет? Или не барбарики? Вот какая-то есть. Да. Ия. Поздравляю тебя, утро этого дня. Да, давайте вот эту песню, она миленькая. Так, сейчас мы посмотрим, кто у нас «Бумага» первый написал. Лилит, молодец, ты первая или первый, я тебя записываю. Так, ну что, тогда поем «С днем рождения». Ой, подождите. Не так быстро. Ну что, погнали. Ия. Поздравляю тебя. Ия. Поздравляю тебя. Утро этого дня, небо этого дня. Колокольчик звеня, поздравляю тебя с днем рождения, и я. Поздравляю тебя с днем рождения, и я. Поздравляю тебя, и сегодня не зря нарядилась земля, потому что земля поздравляет тебя. Очень-очень любя, поздравляет семья, поздравляю друзья, с днем рождения, и я. Поздравляю тебя, с днем рождения, и я. Поздравляю тебя, и я. Поздравляю тебя. Свечи, торты, цветы у тебя на столе. Ты гори и цвети, ну хотя бы 100 лет. С днем рождения, и я. Поздравляю тебя с днем рождения, и я. Поздравляю тебя, и я. Поздравляю тебя с днем рождения.
конец. Тут уже просто, видимо, много припевов, поэтому мы чуть-чуть сократим. Так, ну что, вот и, собственно, песня про день рождения, такая миленькая, очень популярная. Я помню, нам раньше всегда, когда в начальных классах у кого-то день рождения, и нам всегда включали ее эту песню, и мы поздравляли именинника. Так. Ну что? Что мы продолжим? Ветер играть? Или поотвечаю на ваши вопросики? Спой песню «Нервы счастья». Не знаю эту песню. Играть. Окей, давайте играть. Дальше ветер или во что-нибудь другое. Ты очень красивая, спасибо. Так. Слова, ветер. Ветер. Гов, слова. Ну, мы как бы ветер мало поиграли, в принципе, так что можем продолжить ветер. Вот. Ну, давайте, да, вот большинство за ветер. Окей, давайте продолжим ветер. Так, следующее слово, слово конфеты. Слово конфет. Поздравляю тебя. Так, кто у нас первый? Конфеты. Яночка первая. Яночка, я тебя записываю. Угу. Так, следующее слово. Давайте слово подарок. Слово подарок. Знаешь песню «Ветер с моря дул»? Конечно. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду. И сказал ты мне, больше не приду. Видно, не судьба. Видно, нет любви. Только надо мной. Посмеялся ты. Видно, не судьба. Видно, нет любви. Только надо мной. Посмеялся ты. Да, конечно, это достаточно популярная песня. Так, кто написал первый подарок? Подарок. Вот, снова Яночка, молодец, у тебя уже 2 балла. И давайте еще одно слово. Слово ветер. Тогда еще споем одну песенку и уже будем, наверное, завершать. Ветер с моря дул. Так, первое. Ветер. Вика написала. Ага, Вика. Так, хорошо. Давайте тогда подумаем, что мы сейчас с вами споем. Или вы хотите еще поболтать? Можем что-нибудь спеть еще. If I love you, don't you promise? Как быстро пролетает пару часов. Да, вот уже 2 часа пролетело ровно. Тоже у меня ощущение, что прошло где-то, ну, час. Ну, не 2. Особенно первый час. Вот первый час стрима прям вообще пролетает. Я не замечаю. Ну, реально. Ты горишь, как огонь. Ну, можно, в принципе, спеть. Так, ребят, все, не ссоримся. Всех записали, не волнуйтесь. Вика, вот тебя записали. Куда тебя не записали? Кем ты хочешь стать по профессии? Где учишься? Я сейчас учусь еще в школе. Я уже говорила, что я собираюсь поступать на вокал, а там уже дальше как пойдет. Ну, как бы
Конечно, хотелось бы выступать, именно быть артисткой известной, певицей, вот, вырваться, так скажем, в шоу-бизнес, вот, но всегда есть вариант быть педагогом по вокалу, как бы это тоже хорошая профессия, вот, но можно быть одновременно и артистом, и быть педагогом по вокалу, это был бы, конечно, идеальный вариант, вот. Какой твой любимый блогер? Тоже нету любимого блогера. Я, в принципе, последнее время не смотрю, ну вот, YouTube-блогеров, вот, только в Инсте подписано на многих. В принципе, ну, кого я могу назвать любимым? Ну, кого чаще смотрю? Наверное, вот Катя Адушкина остается одним из моих фаворитов, потому что она классная, такая вся позитивная. Сейчас она очень изменилась на самом деле. Стала такой, ну, выросла, что сказать, как бы, да, стала такой более серьезной, вот уже, знаете, не песня «Лимонад» там или «Зажигай», «Жги, зажигай», вот сейчас же у нее вышел новый трек, уже такой прям взрослый-взрослый, вот, ну, да, ну, Катя классная, вот, так. Расскажи о себе, а что мне вам рассказать? Вы все обо мне знаете. Если хотите знать прям все-все, то подписывайтесь на мой инстаграм. И на ТикТок обязательно. Так, сколько тебе уже лет? Да, вот тут пишут, ей 16. Да, мне 16. Смотришь «Битву экстрасенсов»? Нет. Как все ему пропиариться. Ахаха, ну да. Почему бы и нет? Так, давайте, что поем? Что поем? Что вы хотите? Делаешь ногти, да. Сейчас я вам даже покажу. Ну, у меня такой нюдик. Вот. Нюдик. Что поем, ребят? Пишите в чат. В чат-чат. Покинула чат-чат. Заставлял или папина любовница? Ой, знаете песни, но только кусочки. Так что давайте что-нибудь такое, то, что я прям полностью знаю. Так. Мияги, спой, пожалуйста. Мияги не слушаю, вот. Знаю буквально пару его треков. Так. За деньги, да, уже пели. Ну, ты горишь как огонь, прям... Как-то не очень. А ну Асти тоже уже пели. Давайте думаем, что мы можем спеть. Плачу на техно. Мы можем спеть плачу на техно. Плачу на техно, я плачу на техно. Давайте плачу на техно, не знаю. Сейчас. Где моя плачу на техно? Вот, нашла. Угу. Сейчас минусовочку еще найдем. Это минус. Да, это минус. Окей, давайте споем плачу на техно. Я, правда, уже не помню ее, но ладно. Текст. Ну что, полетели тогда. Плачу на техно, поем. Еще понять, где тут вступить. Ночью уснуть не могу никак. И пришла я на техно, чтобы найти тебя снова тут.
танцы твои, как год назад. Но рядом Наки уже не мои, топчу знакомую мне грудь. Ты же был лишь моим, и мы вместе мечтали купить что-то в Кузнецком мосту. Ты же был лишь моим. Вилла Лобос играет для вас, а я слезы еле держу. Плачу на тех, я плачу на тех, на ты не со мной. Слезы льются на рейве, плачу на тех, на плачу на тех, на ты не со мной. Слезы льются на рейве, плачу на тех, на плачу на тех, на ты не со мной. Слезы льются на рейве, плачу на тех. Плачу на техно, ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на взрыв, слезы бегут по щекам и со щек кап-кап мне на новый станок. Я жила лишь тобой, ты сказал мне гудбай, и я горько рыдаю, словно вновь закрыли аутлайн. Ты же был лишь моим, и мы вместе мечтали купить что-то в Кузнецком мосту. Ты же был лишь моим. Нина Кравец играет для вас, а я слезы еле держу. Плачу на техно, плачу на техно, ты не со мной. Слезы льются на рейве, плачу на техно, я плачу на техно, ты не со мной. Слезы льются на рейве, плачу на техно, плачу на техно, ты не со мной. Слезы льются на рейве, плачу на техно, я плачу на техно, ты не со мной. Слезы льются на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно, ты не со мной. Слезы льются на рейве, плачу на техно, я плачу на техно, ты не со мной. Слезы льются на рейве. Ну вот и все, вот и спели «Плачу на техно». Друзья, ну что, какой кайф, спасибо большое, спасибо. У нее ДР вчера было, да, у меня было ДР вчера. А так повзрослела, я смотрю тебя только с 5 лет. О, с 5 лет, ничего себе, что? Подожди, я смотрю вот тебя только в 5 лет. С 5 лет, я так поняла. Очень красиво поешь, спасибо большое. Мне исполнилось 16. Ну что, друзья, я думаю, мы можем уже завершать. Вот. Я вас очень всех-всех люблю. Спасибо большое, что сегодня провели этот вечер со мной. Надеюсь, вам понравилось. Мы с вами так миленько поболтали, поиграли. Спасибо всем большое за поздравления. Я вам сделала обзор моих подарочков. Кстати, точнее, все подарочки. Вот, завтра еще будет один подарочек от моей любимой Арины. Вот, так что, если хотите следить за моей жизнью, смотреть, что у меня происходит вообще... помимо Ютуба, помимо стримов и концертов, то подписывайтесь на мой Инстаграм, подписывайтесь на мой ТикТок, там много разных каверов, много разной интересной информации, так что жду вас там. Ну что, друзья, напоминаю вам, можете послушать мою новую песню «Последний звонок», можете... так, сейчас донат. Можете послушать мою новую песню, можете посмотреть клип на эту песню, обязательно это сделайте. Если еще не сделали, Виталий Манкус! Заказ песни, можно песню «Вокзал». «Вокзал», ну окей, сейчас поем. Так, ну тогда поем еще, не завершаем. «Вокзал». Угу, «Вокзал». Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. «Вокзал, твой скорый, мой класса». Да. Да, главное не петухнуть. Песня сложная, кстати, да. Я думаю, знаете, что сделать? Мы сейчас сделаем вот так. Mm.
Ну, «Вокзал» классная песня, реально классная такая прям. Кочевая, кочевая. Так, что это? Сейчас, секунду, ребят. Ну, можно найти, пожалуйста. Сейчас с минусовкой я тут разберусь. Вокзал. Где наш вокзал? А вот он. Так, все. Сейчас, секунду, ребят. Еще 2 минутки буквально подождите. И мы споем «Вокзал». Так, все. Сейчас. Знаешь. Угу. И текст. Текст. Акмаль. Ой, я, кстати, ревер не включила. Ну ладно. Ну что, погнали, ребятки, поем «Вокзал». Заказ от Руслана. О, простите, от Виталия Манкуса. Погнали. Я помню, молчали в тот вечер. Мы знали, что время не лечит, и завтра не станет нам легче. Знаешь, я стал снова рано вставать и искать аромат твой в кровати, надеясь от сердца остатки найти. Все, что между нами, ты пойми, это неправильно. Я борюсь за жизнь свою по закону Дарвина, только о любви ни слова не было там, а это самый главный капкан. Вокзал, твой скорый и мои глаза проводят, но любовь одна, хоть в Москве, хоть в Питере, просто полюбить мы не любители. Вокзал, твой скорый, прости и прощай, до новых, но любовь одна, хоть в Москве, хоть за Москвой, пока лишь тебе я строил замок свой. Просто стали мы видеться редко, и в сердце сгорела подсветка, тебя рядом нету ночами. Воздух кончился так незаметно, и больше нет смысла, наверное, сколько бы мы ни кричали в печали. Все, что между нами, ты пойми, это неправильно. Я борюсь за жизнь свою по закону Дарвина, только о любви ни слова не было там, а это самый главный капкан. Вокзал, твой скорый, прости и прощай, до новых, но любовь одна, хоть в Москве, хоть в Питере, просто полюбить мы не любители. Вокзал, твой скорый, прости и прощай, до новых, но любовь одна, хоть в Москве, хоть за Москвой, только лишь тебе я строил замок свой. Та-дам! Конец, конец, конец. Ну что, это был заказ от Виталия Манкуса. Спасибо большое тебе за донат. Спасибо большое всем, кто сегодня донатил. Это Дарья, Виталий Манкус и Александр Климов. Да, да, вроде все. А, и сердечки, 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 сердечки. Да, спасибо большое. Спасибо всем зрителям, кто сегодня был со мной. Всех вас очень-очень люблю. Спасибо за ваши поздравления. Ну что, друзья, до новых встреч. С днем рождения меня, с днем рождения всех, у кого сегодня день рождения. Вот, всех вас люблю, всем пока-пока. До встречи на следующем стриме.